Здравствуйте. 11 марта, третий лунный день. Сажу здесь Согара с элементом воды. День для достойного руководителя Ханно и Тэша. Благоприятен для исправления ошибок прошлого, вдохновления на положительные поступки, посвящения, советоваться с мудрецами, ламами. День со знаком Дашнимы, поэтому благоприятен во всех благих начинаниях. Принятие сана, сатасты, обращаться к учителям, Буддам, работать с железом, проведение праздника новоселья и так далее, быть меценатом. Ребенок, родившийся в этот день, будет храбрым, отзывчивым, в глубине души будет обладать храбростью. День неблагоприятен бурению скважин, переправляться через реки, ловить рыбу, стрижка волос к достатку. Благоприятен для людей, родившихся будут обезьяны и мыши. Неблагоприятен годам коровы, овцы и собаки. День курдувания на верхнем березоке, в Харзес Кюсаны, Илгинском Цукчундуване Сунды, Манидуване Торджудба, Чудуване Таванхарулга на бурятском языке. Будьте достойными.